Ну, дергай. А, подожди, тут же рамка есть, вот, алюминиевая. Зря мы покупали. Две. Ну, дерни уже. Отвертка надо. Вообще-то. Ты ставь. Так подожди, это передний или задний? Какая разница? Ну как, посмотреть надо, ну передний или задний. Господи. Какой лучше? Ну, это передний, мне кажется. Это? Да, это передний. Так этот зад ставит или нет? Ставь зад в зад. Хорошо, а как его ставить? А мы так поставим? Вот и все. Мне кажется, так и задумано. Это же надо, может, сначала отрубать. Даже и тут надо красиво обрезать. А? Ставь давай. Руки мерзнут. Странная рамка, конечно. Болтает? Красота. О, впереди BMW. Если встрянем, если встрянем, то вдвоем. Тут не встрянем, мы домой доедем. А, и уже фура встряла. Фура встряла. Все, это конец. Это конец. Приплыли. Куда ехать, если там дальше тоже некуда ехать? Поругайся, мама, погромче, чтобы все услышали. Да, ты что это самое? По-моему, кто-то говорил, что следит за... За языком? Я ругаюсь. Мама-то? Я, говорит, ругаюсь. Что ты ругаешься? Какое стрим типичное? Вообще на этот самый хотел на концерт. Типичная зима, все в порядке. Да кто-то. Может, чистилка? А, это ДТП. Потрясающе. Или не ДТП? Не, растащили. Красота. Ну, ответ есть. Нет. О, БМВ. Все-таки не въехал. Ну, поворотник просится. Так это было.
и Hyundai, наверное, затащил BMW наверх. Наверное. Поморгает его сзади. О-о-о, троллейбус. Давай не едь туда. Криво-косо? Не, не сунься. Ну так все хотят въехать. Мы встанем, если остановимся. Так в смысле пропускать, не пропускать? У него жопа... Жопа едет в тебя. В тебя. Ну, ты понимаешь или что? Тут не по-джентльменски, что мы тут пропускаем или нет. Не, вторая, мне кажется, мимо. Тебя задушат с противопуксом. Потрясающе. Квадро. Ауди, квадро. Ну, ты... А8 квадро. Ты знаешь ответ, папа. И ты знаешь номер телефона. О, да, 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 гребет 4G тоже. Я про тебя такое рассказывал. Да, и мне и до этого хотелось этой зимой. Маленькую я тебе лопату купил. Красота! Сейчас вопрос. А Плинкелис или Лайсвес? Ну, мне кажется, Лайсвес. Мне кажется, Лайсвес. Там и поспокойнее. Там поровнее, во-первых. Почему? На Лайсвес надо будет в Лоздинай заехать и потом с Лоздинай спуститься на тормозах. Поровнее на Принглесе. На Принглесе три полосы. Вот такие. Которые вряд ли ты почистил. Без шансов. Ну, раз, два, три, Лайсвес, на Принглес. Фильтра. Хотя вроде стоит. Ну, я знаю. Outlander там не в тему слева. Ну, я понимаю, что... Машина справа. Ну, вроде как тоже налево. Не, все нормально. Я верну. Я поверну. Вот Outlander только. Чуть немножко. О, уже следы хорошие. Понимаю, откроем окно давай. Что-то ты разогнался? А? Что-то ты разогнался? В смысле, не заедешь? Вон догонят, сейчас встанем и будем тут толкать. Шоссе, это как-то не очень-то толкать. Надо во дворе еще. Так а что во дворе-то было? Ну, Никита, ну вот во двор заедешь и будешь ставить. В любой двор. Абсолютно, в любой двор. Заезжаешь, и хочешь, узнаешь, что там. Я и не собираюсь завтра на машине никуда ехать. Хотя почистят. Успокойся, почистят весь день завтра еще снег. Посад. Такое себе. Такое себе вылазит. Стоит, да, да. Стоит на дороге. Совсем неправильно. Едем.
Питера ехали. Помню, сейчас ехали тоже. Жестоко. Какой азарт? Прям азарт. Конечно, мне же очень интересно. Мне совсем не интересно. О, мама, у меня на такой случай есть заготовочка. Это тебе. Воткнулся. Паркуется. Все, дома. Пришла машина. Да нет. Ну да что нет, что ты говоришь, нет, пришла. Это типа уже почищено. Конечно. Машина идет чистить, ничего не видно. Что-то как-то узко. Какая это первая? Третья. Нет, у меня своя есть. А видела, что написано? Зайчик. Так а написано-то что? Не, я не могу. Ну что, Prius встал? Похоже. Похоже, встанет немножко выше. Ну не надо сейчас тут разгоняться, чтобы на стрелку успеть. У нас еще зеленый должен быть. В таких случаях я слышал, нужно рулем качать, чтобы докопаться до асфальта и повернуться. Нет, так все равно. Да, да. Типа, когда уже морда уезжает вперед. Да. Да что он, придурок, не затормозишь сейчас? Так, BMW сегодня дочи поедут все кататься, дрифтить колоннами. Все кататься? Ну, конечно. Тут он же не один. Я думала, мы поедем домой, вообще машин не будет. Это ты, мама, это вечер еще только начинается, я говорю, вы... Что, все BMW-сты еще выйдут? BMW-сты еще выйдут, вот именно. Очистят немножко дороги и выйдут. Да? Дрифтить самая погода, потому что любая машина на таком поставится снегу. Да, и самый сенокос, номера залепить. Те, кто без техосмотра. Да? Полетит. Я говорю, сейчас можно и на мои. А соли насыпали бы, а я а ё-моё, что это было? Ну очень как-то близко. Ну так же, блин. Я думаю, что мы тут по полосе. Ну, типа. Сплошное. Горюна стоит, но это, да, это интересно.
проверим, какая-то дорога. Ну нормально, раскатанная. Появляется чуть-чуть надежды, о, интересные следы. Ты хотя бы развернулся еще? Посмотреть. Слушай, да, ты сидишь там, да? Могу дать еще? Может, выйдешь? Надо разогнаться. Ну, надо, там, ну не там, надо посмотреть, есть ли куда разгоняться. Куда тебе машины уехали? Что-то не покатили сейчас. Тебя. Не, на аварийке кто-то стоит уже. Ты, мама, сиди и молчи. На аварийке стоит уже кто-то. Ну, давай уже, тормозить поздно. Задом дает. Поморгай. Поморгай еще, заморгай просто. Куда ты сдаешь? Давай газу до отказа. Ай, красота. Так. Еще ж не закончилось. Тут уже можно поспокойнее. Пологая. Горка, какая пологая. Дома не такая вообще. Чуть-чуть поворот. Поехали, не тронуться. Ай, красота. Сейчас вопрос. Ну, по кругу? По какому кругу? Ну, так к Лидлу. Так ездят? Это так ездят? Ну, так в этом же весь прикол зимы, мама. Ну, видишь, тут как ездят. Так я вижу, что... Ну так, мама, в этом же интерес. Папа, твои мысли? Чувствуешь себя молодым? Чувствуешь себя молодым? И так вот. Смотри, объект. А тут никого нет? А тут никто не заехал. Там же не проехать в эту горку. Там же... На джипе кто-то застрял. Так что, Лидл? Не, давай не Лидл. Давай здесь. Нет, здесь. Там Лидл не заедет, да. Так, красота. Ну мы уже заехали дальше, чем я планировал. Сзади X5 жмется на полном приводе. Горячей воды. Полезет обгонять? Полезет. Может, прямо? Ну, так, с краешку, так, чего? А, подъем. Наверное, да. Сейчас посмотрю в навигации. Фишек ехать.
на Григишек свернули. На Григишек. А, потому что вам на Григишек? И объехали. А на какой это машине ты по обочине так раздавал? Работали-то? Да все сделали. Так, ну так все, молодцы, мама. Сиди спокойно. Сиди спокойно и не переживай. Пропусти этого дурака. На лопухе. На Тойоте и на лопухе. Как ты нам бабушку не поставил? Так думаешь, что дома все сидим? Можно подготовить? Мне кажется, не въедешь. Ну давай попробую. Фортуна любит отважных. У нас тут дорога нормальная. Зайчики бегали. Две котики. Но это в одну сторону. Ты не Господа благодари, а папеньку. Ой, какая красота. Да все, какой чистый. Идем чай пить. 10:30 вечера. Красава, давай 5. Помните. Стояли бы еще вот под горкой. Есть же был этот штурман. Сумку свою возьми, выгружаю. Боже, куда мне такие короткие зубы? Смысле? Ну, чтоб не перемерзало. А, я понял. Ты вода борщ. Отважаю мукиона. А? Ну типа. Ё-моё, как вы хотите? Вот я. Подожди, лопатка есть. Да, лопатка. Лопатка здесь? Лопатка где, блин, быть? Ой, красота! Не пропадут. Возможно. Наверное. Я, конечно, не прав в смысле, что я паркуюсь на тротуаре, но, блин, меня на тротуаре умудрились запарковать со всех сторон. Я не понял, в чем прикол. Мне кажется, чем хуже я начинаю парковаться, вот это как бы земля, тем хуже меня начинают заставлять. Пустой двор. Эй, Клепча, ага, лайкиплес. Бегал и по нашу, там пердарит обуво. Понащи ее. Понащи, а че, блядь, по тебе это хуярит? Ты по кялю реки бандить хуярит? Первый запуск.
Трохи попросто, а карцес гарно добре. А кіті отвозимо. Жива всі неділі їде. Тільки всі хуніри. Seni, čia yra mano Lexus'as, čia yra mano šiandienas spotas, kaip skrysim. Tokia yra bėda, aš padariau vieną saulę ir užstrigau ant plyko ledo, nes čia, nu, va tai va. Išardžiau Lexus'ą, nes traška galonkės ir negruoja niekas. Rezultatas. Kairiai. Tiesiog viskas. Va tai va atpuo ir negruoja. Dešiniai. Iškrytęs iš savo vietos dinamikas. Visiškai išpūvęs. Per pusę va podiumas praplyšęs. Pūvęs. Bet dinamikas pats iš tavęs groja gerai, todėl lipalas, nauji medvarčiai ir gros. Tas čia irgi, tiesiog pavalysim tuos laidus ir bus gerai. Ir vėl prasidės garsas. Lexus'as toks nuostabus, kad išpuvo medvarčiai, kurie laikė dinamikus. Va, yra. Va, toks va. Ir per pusę sulūžęs, ir pas mane iškritęs dinamikas, ir traška, barška. Dėl to, kad remiasi į apšyvkę. Tai po valandos. Po valandos išlyginta bamperio dobė. Išliks tik čia nušlifuot, užpakliuot ir uždažyt. Čia irgi nušlifuot ir uždažyt. Čia jau užseniau biškį papista, bet viskas bus gerai. Čia easy. Netgi nereikėjo nuimti, tiesiog ranką pakišau ten ir čiuk. Šitas vis dar kreivas, bet jau biškį geriau. Ir jau bagažinė stoja į vietą, nes vis anksčiau buvo galima čia pirštai kišti. Dabar reizė užsidaro. Aišku, toks pagyvenęs. Tikrai čia ne pirmas buvo jo kontaktas, bet čiotkai. Bagažinė užsidaro lengvai. Tarpas, nu, toks visai pakenčiamas.
Beveik ištaisiau šitą įdubimą, kuris, ta prasme, čia raidės ore kabėjo, bet dabar jau beveik gerai. Toks. Žodžiu. Atsirado horizontas. Tai čia realiai irgi iš pakliaus užmest ir bus beveik normaliai. Čia žiauriai sudėtingas priėjimas. Turbūt taip ir pasiliks. Bent jau kol kas, nes nesugalvoju, kaip ten išdaužyt. O čia toks po vieno vietoje persitingiau. Bet šiaip iš metro kaip ir ok. Tai realiai nieko šitą varėmelę sulituot. Užmestant juostas dvi pusės šviesą, kaip nors čia, ir viską surinkt. O tada jau kebulinės dažymą ir visą kitą. Bus įzė. Nu va čia šita vieta, aišku, tokia su duobutė, bet čia dar padaužysiu. Dar palygies. Nu ką žinau, visai toks įdomus žaidimas, man patinka. Dar va šitas žibintas stipriai pavažiavo į šoną, tai gali reikia nusimti. Va nusuksiu du varžtus, numėsiu žibintą ir va čia dar biškį palyginsiu, kad įstotų į vietą. Nes taip baisu, kas čia. Bamperio nežinau, ką daryti, nes nenoriu nuimti, bet ir tarpo tokio palik nenoriu, nes čia gaidys. Man patinka Toyota, nes nu, vat, du varžtus nusukau. Žibintas iškrito, viskas, laisva. Ir radau čia tris skylutes. Tai turbūt homotas čia jau kažkada buvo, bet atsiras dar vienas, prispaus buferiuką. Tada atsiras va ten dar porą skylučių. Ir prispaus buferiuką iš čia, iš vidaus. Ir bus tvarkinga išvaizdo. Bus afigenai. Bus super puper. Bamperis vietoj ir nei vieno medvaršio dėl to sukti nereikėjo. Atrodo maždaug taip. Visai gerai. Может, книга. Переборная.